Люди ходят на все наши премьеры, на все спектакли, и не по одному разу. У нас появилась уже своя аудитория, которых, например, я знаю в лицо. Я их часто вижу, я выхожу в буфет, и когда люди приходят, я с ними здороваюсь, смотрю, вот, кто пришел, какая публика пришла. И вижу, и многие подходят ко мне уже много раз. Я говорю, вам еще не надоело к нам ходить? Они говорят, нет, мы сюда приходим за радостью, нам здесь хорошо. И пошел спектакль первый, потом второй, третий и так далее. И вот, наконец, мы добрались до 12 стульев. И... А чья идея была 12 стульев именно? Ну, выбор. Кто-то же первый должен был произнести. Я понимаю, что решение коллегиальное. Знаете, я вам скажу так, что первый, вот как у нас было, «Калину Красную» мы решили поставить спектакль, и сидим вот так с Антоном, смотрим друг на друга. Он говорит, знаешь что, «Калина Красная» может быть, только при одном условии, если в главной роли будет играть Маша Шукшина. Я говорю, правильно. Я беру телефон, говорю, алло, Маш, знаешь что, это Надя Бабкина, я хочу с тобой увидеться, знаешь, у нас есть тебе предложение сыграть главную роль в «Калине Красной». Она ха-ха-ха, ха-ха-ха. Подумала, что я смеюсь. Ну, Жень, ну, конечно, да. Потом она пришла к нам, и она поняла, что это серьезно. И мы это осуществили. Поэтому в данной ситуации мы сидим с Антоном также, он провокатор. Он говорит, надо что-то сделать такое, вот надо что-то сделать такое. И смотрим друг на друга и понимаем, что мы сейчас произнесем одинаково. Потому что сидим, вот так, знаешь, руками трем стул. И ощущение, что мы должны вслух это сказать. И он говорит, ну что, стулья? Я говорю, да, 12 стульев, понимаешь? Он говорит, делаем? Я говорю, делаем. Делаем, не задумываясь. Потому что если мы начнем сейчас размышлять, что ой, это опасно, ой, это вызов, ой, это критика, ой, это не понравится или понравится, я говорю, мы никогда не приплывем к результату. Давай начнем. Я чую, что это надо сделать. Нина, алло, Чусова, беремся? Но вы даете, Нина. Я говорю, а что? И Нина включается.